Да, хорошо, ткань. Кто-то свалил. Носок свалил. Да. Все, носок это. Забил. Может, Иван Ваню? Вот я у Star Wars. Без проблем. Давай закидываем всех, ну, может, кто может. Если он согласится. Ну, носок, конечно, сидит, но он не согласится. Ну, он, видать, это устал. О, он зашел. Но все, он зашел. Кто зашел? Не, это Иван Ваня. Ваня? Ваня? Окей, супер. Да. Кто я хочет кстати, болею, поэтому у меня такой голос. Кто был? Нет, я в жизни не буду, когда это... Такие навыки. Потому что я боюсь. Вы меня ушатаете просто. Кто Бонки хочет быть? Очень быстро. Я не хочу. Ну давай. Я против джуниров хорошо работаю. Ты, нет. Акин, ребята, привет! Мы видео! Пати, мои здоров, любимые! Привет. Мы видео, Ваня, поэтому... В общем, привет! Ну, выберем рандомом, значит. Вань, хочешь быть этим? Нет, я... Ну, рандомом решим. В следующем раунде будет. Сейчас рандом решит. Да. Вау! 20-й левел, когда мне 20 левел будет. Погнали! Я не... Повезло. Я не Бонки. Так, Ваня, ты... Ваня, ты с нами? Да. Я Матвей думал. А я думал, ты уже Бонки стал. Может, пионер? Пионер, ты здесь? Андрей, ты тут? Что, Ник? Ник с нами, Окинава с нами. Да, я с вами, как обычно. 8 не слышно, 8! Ну все, Андрей, значит. Да, так, ну давайте разбегаемся сейчас. Я фиолетовый рядом. Если есть желание, делайте зеленый. Так, я прям притык-притык с тобой, поэтому все, погнали. Я у белого, фиолетовый. Я на белом. Нет, лучше фиолетовый. Мы идем еще на фиолетовый. Серьезно говорю. Бонки прямо здесь! Бонки здесь! Беги на зеленый. Угу. Очень наш ежесильный небеси, упаси меня, спаси. А что это за навык такой, что ускоряется? Вот что-то? Я хочу его себе такой же. Это скордап. Он 10% делает. На каждого человека 5% добавляет. Этого ремонта. Прикольный навык, если я его поставлю как-нибудь. Ну, если один человек, в одно человек... Ребят, он за мной бежит, ребят. Прощаюсь с вами. А мы фильм генератор. Я к вам. Не волнуйся, он сейчас отключился на генератор. Давай, как раз сейчас у нас 93-96, он сейчас как раз... 3, 2, 1, бам! Как вы так быстро починили? Потому что нас трое в одном месте, и плюс у нас быстрая установка генератора. На зелёный. Окей. Он голубой сломал. Ну, походу. Вот ты формал. Короче, надо будет сделать... Ты пионер! Все тогда, пионер у нас. 8, дорогуша, привет! Ваню ударили! За что? Вы где? У нас едет? Вы где? Сейчас на зеленом. На зеленом хорошо. Я клоуна к вам приведу. Сможете на зеленом? На зеленом лучше не беги, лучше беги на желтый. Сейчас там будем накликать. Да, отвлекай его на желтый. Почему ты на желтом там? Просто. Я в кусты спрячусь. Хорошо. Ой, восьмерочка. О, нет, 87 ударили. Друга полечите, пожалуйста. А мы тут с Окинавы похилим генератор. А почему? А 8 не говорит или я его не слышу? Я не слышу. Он не говорит. Да ёп. Что мне так не везет-то? Валим. Мне страшно. Минус 800. Я думаю, себе Балин Ваня ливнул. У меня вылетело, похоже. Так, он пошел к 8800. Не генератор лечить или его спасать? Так, давай, короче, на этом... Я сейчас генератор... Генератор поломал! Ничего страшного.
сделай лечилку. Попытаюсь. Получилось? Я его сейчас попутаю, чтобы он там на желтый, на этого клетку. Чини пока зеленый. Окей. О, 8700. Я тебя похилю. Он нас видит. Успею, не успею, успею. Да блин, из-за того, что хилил 8700, промазал. Он нас теперь пойдет к нам. Не факт. А, ну мы все равно сейчас его подхилим. Именно генератор починим. Буду уже сла... Ва... Нам конец. Ну все, можно считать, что генератор починим. Все. Последний генератор. Мы видим бонки. 37 метров от меня. Да, я сейчас спрячемся где-нибудь. Я сейчас отведу его. Кстати, он меня вообще не видел. Я спрятался за стеном. Он возле меня проходил. Угу. Ну, может, видел на радаре, но просто не пошел к тобой. Так, ребята, сейчас у нас... У него радара нет, похоже. Есть, есть, есть. Он меня только что радаром выловил. Сейчас нужно будет либо белый, либо желтый. То есть и белый, и желтый делать. Кто нам желтый? Он возле меня. Возле 8800 и возле меня. Бомки. А вы где? Возле желтого. А, понятно. Я потерял 8800, пойду. Я его отвлекал. Я его отвлек. Все, занимайтесь желтым, он сейчас на желтый пойдет. Да, он на желтый пошел. Так, куда мне пойти? На белый? А, я вижу тебя, Окинава. Он там шарит. Он шарит в палатке. Все, шарит по палатке. Может, радаром. Если меня подлечишь, я тебе буду очень-очень признателен. У меня эксперт-медик. О, крутяк. Спасибо. Поэтому я хилю быстрее. Может, я вообще полностью все поставить на медика? Я вижу, вижу. Вон. Так, я его вижу, в принципе. Попытаюсь проползти. Он пошел. Так, нужно будет сейчас здесь. Здесь просто делаешь ложную и уходишь. О, 8800. Давайте вместе подхилим. Да блин, ничего страшного, ничего страшного. Он сейчас сюда вернется, а мы тем временем. Надо нам распределиться. Я плохо, я. Слушай, там да. Сейчас... Я просто мало играю в Метнайтинг, поэтому плохо разбираюсь. Он вроде как идет туда. Он идет тут, он сломал его еще раз. Все, хорошо, я на желтый пошел. Я сейчас желтый тоже буду там потихо чинить. Вы, если там кого-то он заденет, друг друга лечите. У него радар есть, он меня увидел. Ну да, беги, беги, беги куда-нибудь. Беги, я бегу. Тебе, уже сделан. О, забор, все, я через забор пережал. Он рядом? В смысле? А, он через забор не пробежит тут. Понятно. Так. Я от третьего лица смотрю всегда, чтоб удобнее было. Он пошел обратно к желтому. Так, он радар использует. Меня ударил! Так тебя видно, потому что панику. Это я умею просто прятаться, но у него радар был, он меня заметил по радару. Такой. О, Иван Ваня вернулся. Все, он здесь гоняет. Я вроде слышал, что там теперь вместо 30 секунд старые вроде шлемы будут грузиться по минуте, когда перейдут на Unity. Это вроде из-за того, что добавят возможности. Так, сейчас попробуем баг, мне говорили вроде про него, что как вроде надо, можно забраться по к
какую-то штуку. А, не, не железный барьер. Окинава, я тебя видел. Я вижу банки. Так, я пытаюсь с этой вышки посмотреть на него. Он пошел в сторону желтого. Я иду в сторону белого. Ник. Блин, у меня 15% осталось. Ребят, я скоро вырублюсь. Так, я тебя видел. Где ты? Стой, дед! Стой. Ник, стой, Ник, стой. Ник, стой. Так, он меня видел. Значит, побежит сейчас в сторону. Потому что у него радар есть. Радар — это вообще прикольная штука. Он белый и желтый кемпит. Белый, что там, белый чинится, не чинится, ребят. Кого он ударил? Где? А, 8800. Я тебя покину 8800. Он найдет, по-моему. Я поймал его. О, все. Теперь мы можем хорошо, спокойно и починить его. Он бежит. Валим, валим. Он возле меня! Прям близко! Он чуть меня не ударил! Так, я возле клетки фиолетового генератора. Ага, я вижу его. Все, он убежал. Пойду к белому. Желтый, надо, чтобы кто-то был желтый. Попытаюсь его починить. Это будет сложно! Блин, вы чё все... Полечите его, полечи его. Ты ж сидишь, возьми одну руку, лечишь. Попытаюсь, но я сейчас промахнусь из-за этого. Он стал быстрее! Да, он стал быстрее. Вы... А, стой! Стой, 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 я тебя подхилю. И нам надо быстрее успеть, пока он не стал быстрее. Пошли, да. Да блин, а. Он за мной бежит. Мне конец. А хотя он меня только один раз ударит. Бежал. Зачем я чат открыл? Он прям бежит за мной. Ты куда бежишь? Спасибо. Жалко, но он меня добьет. Он меня добьет. Он очень быстрый. А, я возле желтого генератора. Так, он пошел в сторону какого-то. Он охраняет, да. Беги, Окинава! Он тебя поймает. Не, ну мы проиграем таким темпом. Где-то рядом. Ой, сзади. Да. Нормально. 21 уровня мне. Хорошо получилось. Хорошо. А 5000 сокетов? Да! 5000 тикетов! У ребят у меня месяц туман пропал. Видишь, мне кажется, что в бане сразу есть. Вывалился. Ребят, а чё у меня с бегом? У меня свет выключился. Ну понятно. Ладно, выключился. У меня 11%, я пойду. У меня уже шлем совсем мало осталось. Всё, давайте. Окей. Пока-пока. Ну да. Так. Не, мы можем кого-то еще пригласить попробовать. Да, давай. Да, да, да.
Thank you for watching me. Don't forget to like my video, subscribe, and share. See you later.